Американские военные теперь смогут открыто демонстрировать свою религиозную принадлежность, к примеру, нося бороду или тюрбан, при условии, что это не будет мешать службе. До сих пор у Министерства обороны США не было четкой политики в этом отношении. Однако, как заявили в Пентагоне, теперь военнослужащие могут в индивидуальном порядке получить разрешение на ношение религиозной одежды, выделение времени на молитву или другие религиозные ритуалы. По словам представителя ведомства, разрешение будет выдаваться при условии, что это не отразится на боевой готовности, выполнении миссии, единстве отрядов, порядке и дисциплине в рядах вооруженных сил. В Пентагоне подчеркнули, что выражение искренних религиозных убеждений не должно приводить к каким-либо враждебным действиям в отношении военнослужащих. В соответствии с новыми правилами военные евреи смогут получить разрешение на ношение ярмолки, сикхи – на ношение тюрбана и бороды. Также можно будет попросить о выделении времени на молитву, ношение четок и других религиозных символов, в том числе нательной росписи.